Ребята, всем привет. Вы видите то же самое, что и я? Смотрите, как классно эта церковь выглядит. Ребята, просто посмотрите на это. А вот это вот, то, что справа, вот это вот, она очень похожа, как из мультиков. Где этот Алёша Попович, помните? Кто смотрел, очень прям вообще одинаковая. Там же, наверное, когда мультик делали, там, по идее, это все находилось в Ростове, по идее. Снималось. Ну, в смысле, была идея, что это типа в Ростове. Вроде бы, я точно не знаю. Какой-то святитель стоит. Смотри, ростовские голуби. Вообще не боятся ничего. Смотрите, как здесь интересно сделано. Столько лавочек. Тут же мой любимый центральный рынок. Много автобусных, ну тут получается раз остановка, два, много автобусов здесь. Солнышко. Друзья мои хорошие, кто ростовчанин, напишите мне. Вот я, допустим, хочу поехать в Таганрог. Да, допустим, например. Где мне купить билеты на автобус? Это мне нужно ехать на автовокзал, на автовокзал и там это покупать, да? Или есть какой-то сайт, может? Где это купить? Билеты вот в ближние города. Вот смотрите, здесь фрукты. Фрукты, овощи. Ребята, я сейчас поймал себя на ощущение, что я в Стамбуле, что я в Турции. Я был просто в Стамбуле. У меня сейчас такое ощущение, что я в Стамбуле. Не знаю почему. Почему-то вот так вот тепло, и вот эта плитка, вот это вот все как-то вот оно мне напоминает Стамбул. Спускаемся в подземелье. Кстати, в этой кондитерской, в которой я был, золотой, блин, забыл, как называется. Я заходил туда в предыдущем видео. Золотой колос. Во, золотой колос.
где большая садовая. Короче, там вкусненькие десертики. Я знаю, да. Смотрите, это типа люди выстроились в очередь, чтобы в автобус зайти. В очереди стоят, чтобы в автобус. Нифига. Культурные люди. Офигеть. Я это впервые вижу такое. Не знаю, как-то обычно всегда просто все в толпу идут. Но лично, когда я был в Хабаровске, так и было все. Просто в толпу все прутся. Кто быстрее залезет. А здесь прям в очереди стоят. Ничего себе! Вот это чудеса! Чудеса! Гик! Смотрите, реально стоят просто в очереди люди в автобус. Ростовская церковь. Давайте сюда перейдем. Ростов! Я до сих пор осознаю, что я уже в Ростове. Это классно. Крутой город каждый день раскрывается мне по-новому. Хочется нарушить, понимаете? Бежать хочется. Ладно, не буду. Перейти дорожку хочется. Не хочется идти до пешеходки. Но лучше пойду. О, УАЗ, или как это называется? Пазик его называют, да, вроде? О, ребята. Его вроде пазик называют. Или это только у нас там, в Хабаровске, так его называли. Или везде. А? Ребятня, вы знаете? Смотрите, какое здание старое. Опа-на, 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 опа-на. Опа-на, опа-на. 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 Меня пропускают. Молодцы. Молодцы, ребятишечки. Отпускают меня. О, еще одно подземелье. Смотрите, рукой как машет. Заходите, заходите к нам, заходите. Заходите. Шорма-шоп. Магнит. Ну так ничего страшного, я иду сейчас. Магнит. 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 А еще, ребята, посоветуйте. Подождите, нет. Автошколу посоветуйте, блин, хорошую. Мне нужно сдать экзамен просто, у меня уже есть эти документы. А, подождите, стоп. У меня есть уже документы, что я обучился в автошколе в Хабаровске. Мне, по идее, я читал, мне нужно сдать только
в ГИБДД экзамены, потому что у кого есть уже вот эта вот бумажка, что он уже, ну, прошел курс, заново в школе учиться не надо. Я это знаю. И у меня вот вопрос. Там мясо, кстати, там много мяса, смотрите. Нафига мясо. Еда, вот сколько мяса. И вот у меня вопрос, ребят. Мне сейчас, получается, в ГИБДД надо подать заявление, да? На сдачу сначала теории, да, потом практики еще раз. Получается так. Или тут надо через школу это все делать. Вообще, по закону, можно так прям прийти в ГИБДД и записаться на экзамен. Ну, я так читал. Не знаю, как оно на самом деле. И вот мне интересно еще, мне нужно будет делать справку ведь, ну, медкомиссию. А как я ее буду, типа, проходить? Мне тут... Я же, получается, переехал, у меня есть прописка в Хабаровске. Я переехал, значит, по идее, все должно получиться, да? Наверное. Там же нужно будет сделать справки на нарколога и психолога. Не знаю, надо как-то, надо узнавать. Четыре секунды. Не успели мы на 4 секунды. Мы сейчас с вами дойдем, знаете, до куда? Если сейчас будем идти вниз, мне кажется, мы сейчас дойдем. До автовокзала, нет? Ребят. Я, наверное, ошибаюсь. Навряд ли мы дойдем тут до автовокзала. До автовокзала. Смотрите, какие часы прикольные. Вообще я хочу категорию А получить. Я-то учился на Б. А я хочу еще категорию А, а вот это уже надо идти в школу. И проходить вместе со школой. Хабаровске у меня не получилось сдать, потому что они там вот этот ковид начался, все вот эти времена, и они оттянули все, капец просто. Один экзамен раз в месяц, пересдача раз в месяц, даже в 2 месяца, капец просто, это, в общем, все затянулось. Теория раз в месяц, потом пересдача раз в месяц. Ну, в общем, на все эти экзамены туда-сюда просто время ушло. И еще у меня закончилось уже эти... Я же сдал там теорию, я сдал дром, еще когда дром был включен. Сейчас его уже убрали. Его убрали. Я сдавал сначала теорию, потом я сдал дром. Но уже там полгода проходит. Если проходит полгода с того момента, как ты сдал теорию, вот прошло полгода, все, надо заново создавать теорию. Так, и что, куда мы пришли-то вообще? Тихий Дон, ресторан. Так, ребят,
Ребята, они на набережной ли мы? Не на набережную ли мы сейчас придем? Вон же этот Рэдисон. Мост. Блин, мы пришли на набережную. Че я тут шел-то вообще? Где я вообще был? Я пошел. Большая Садовая. А, подождите, стоп, куда я пошел? Уже Садовая шел. Что-то потом пошел вниз. А, все, я свернул уже налево, да? К этой к церкви, вот этот соборный переулок, я туда пошел. Да, и вот пошел туда, получается, немножко потом дошел до этого собора, этого повернул направо, пошел, ну да, подождите, я дошел до этого собора, да, потом направо через переход и пошел прямо, вот я на набережной. Ну, почти на набережной. Надо еще тут это все обойти. Белый ангел, кстати. До всей этой ситуации, которая сейчас происходит, я там смотрел себе квартирку, чтобы снимать. Ну, были просто там нормальные квартиры по адекватным ценам. Львы. Смотрите, какие львы. Друг. Какой-то некрасивый лев. ЖК. ЖК Белый Ангел. Южное таможенное управление. Вот это вот зелененькое здание. Можно. О, пивоварня. А вот, пожалуйста, набережная. Набережная. Солнышко туда.